Всем привет! Мы продолжаем рубрику канала, посвященную обзорам свежих новинок от производителя XO Models в масштабе 1 к 43. И в сегодняшнем видеоролике я хочу вам показать машину сопровождения раллийной гоночной команды. Это Avia A21F. Машина сопровождает команду Lada Rally. И я вам уже показывал гоночные болиды ВАЗ-2105. У меня две модели из второй партии. И как раз им в пару я купил данный фургон. У меня есть трейлер для перевозки самой легковой машины, и как раз я попытаюсь сцепить этот фургон с прицепом. Правда, нужно будет сделать фаркоп, потому что на этом фургончике он не устанавливается с завода. И если посмотреть на Avia A21F в 43-м масштабе, то XO это не единственный производитель, который выпускает похожую модель на сегодняшний день. До этого Avia выходила в рамках журнальной серии «Автомобиль на службе» номер 44 от издательства дома Де Агастини. И посмотрел фотографии журнального варианта, он не сильно отличается в плане геометрии от модели XO Models. И у меня такое подозрение, что оба фургона сделаны на одних и тех же пресс-формах. Возможно, я ошибаюсь, у меня нету журнального варианта в коллекции. И модель в журнальной серии появилась в продаже в апреле 2013 года. Она стоила дешевле, чем вариант от XO, но у нее была проще проработка. И модель от XO Models сейчас продается в Европе за 36 евро. Это чуть дороже, чем обычные базовые модели от этого бренда. Их продают за 25-30 евро. И на мой взгляд, на этот фургон немножко завышенная цена, потому что у него довольно много огрехов. Кузов сделан более-менее аккуратно, а вот мелкие детали портят общий облик. И одна из главных проблем – это переразмеренные колесные диски. Мне в комментариях писали, что здесь диск 17-18 дюймов, а должен быть 16. Я уже подобрал некоторые колесики под этот фургон, я тоже их вам покажу чуть позже, и мы с вами выберем, какой колесный диск наиболее подходящий для данного фургона. И в моей коллекции это первая Avia. У нас такие фургоны встречались довольно часто, даже в постсоветское время. Правда, сейчас их не встретишь на дорогах общего пользования. И как раз мне запомнились машины в синем цвете, хотя попадались фургоны темно-зеленые. И также я запомнил обычные бортовые грузовые платформы с желтым тентом. Они были чуть крупнее, чем фургон Avia A21F. И эти грузовички тоже встречаются в 43-м масштабе. И данный фургон копирует французскую машину марки Savien Renault. Особо отличий визуальных вы не найдете, но также выпускается масштабная копия французского автомобиля. У нее немножко отличается задняя светотехника. И такая модель продавалась в коробочках East Models и также выходила во всевозможных европейских журнальных сериях. Давайте распакуем коробочку, посмотрим на данный фургон поближе и посмотрим, как он будет сочетаться с прицепом для перевозки легкового автомобиля и сравним его по габаритным размерам с микроавтобусом марки RAV. Коробочка здесь чуть меньше, чем у грузовиков от XO Models, но оформлена в точно таком же стиле. На нижней стороне упаковки есть различная информация, которая касается бренда, модели, изготовленной в Бангладеше. Также есть наклейка с артикулом, указан прототип Avia A21F Lada Rally Service. И особо нету фотографий в сети, что было внутри данного фургона. По большому счету это техничка. Различное оборудование для быстрого ремонта автомобиля, для замены некоторых агрегатов и узлов. Здесь также есть дизель или бензогенератор. Для него выведена отдельная выхлопная труба. И с моделью также поставляется фиксационный блистер, который предотвращает поломку автомобиля при неправильной транспортировке. И, к счастью, ко мне фургон пришел без видимых дефектов, правда, был сломан один брызговичок. Я уже приклеил его, как он должен был стоять изначально. Ну вот так выглядит данный фургончик. Очень аккуратная покраска. Также аккуратно нанесены спонсорские наклейки.
и не стал брать в коллекцию первый вариант Lada Rally. У того фургона немножко отличалась схема окраски, кузов был белого цвета, но у той модели также были белые колесные диски, и из-за того, что этот элемент переразмерен, очень сильно в белом цвете колесный диск выделялся на фоне покрышки. А здесь он сливается с темной резиной, и не так видно, что этот колесный диск не в масштабе. И у первого фургона также была запаска с креплением на передний бампер. Здесь этот элемент отсутствует. Дворники из фототравления, интерьер кабины из черного пластика, окрашенного в массе. Ножки и корпуса зеркал здесь тоже из черного пластика. На первом фургоне они были хромированные. И также на первом фургоне было нарисовано окошко за пассажирской дверью. Здесь просто надпись «Лада» и также нарисована ладья. И, на мой взгляд, нарисованные окошки смотрятся очень примитивно. И это тоже одна из причин, по которой я не стал брать первый вариант в свою коллекцию. Установили регистрационные номерные знаки. Правда, шрифт не совсем соответствует ГОСТу. Задние фонари здесь раскрашены, выделены поворотники, огни заднего хода, катафоты просто нарисовали красной краской. Также есть дополнительная выхлопная труба, еще раз повторюсь, скорее всего для генератора. И давайте открутим данный фургончик от подставки, покажу, как у него сделана нижняя часть. Я посмотрел, в анонсах у Иксо также есть два рафика сопровождения, тоже Lada Racing, и, скорее всего, я возьму обе модели в свою коллекцию и на них, соответственно, сделаю видеообзоры. Очень примитивно сделана нижняя часть фургона, указан прототип, также есть значок бренда, изготовившего данную модель. Карданный вал разрезают два крепежных отверстия. У покрышек протектор очень напоминает УАЗовский, который стоял на внедорожниках в рамках российской журнальной серии «Автолегенды СССР». И давайте покажу вам покрышки, которые я подобрал. Они как раз от УАЗа. И резину я надел на колесный диск Neo Scale Models. У меня были запасные колесики с колпаками. Они смотрятся визуально очень симпатично. И если их установить на данный фургон, то по внешнему диаметру покрышки одинаковые, а сам колесный диск будет намного мельче. И на мой взгляд, вот такое решение выглядит более изящно и правдоподобно. Напишите в комментариях, что вы думаете о такой замене. И могу вам показать еще колесный диск от ГАЗ-69. И его тоже можно теоретически поставить, правда, здесь выпирает ступица, которой нету на фургоне Avia. Но, например, за неимением дисков от Neo вы можете тоже установить такое колесико. И вид модели тоже будет намного лучше. И еще один вариант, который я подобрал, это колесные диски от Рафика. Из журнальной серии здесь тоже разболтовка соответствует и колесный диск меньше по диаметру. И вы можете сравнить габаритные размеры. По длине Avia примерно такая же, как RAV, только она выше, у нее больше полезного объема для перевозки различных грузов. И, например, могу вам показать, как этот фургон будет выглядеть с прицепом-трейлером для перевозки гоночного болида. Гоночную ладу показывать особо не буду, делал на нее детальный видеообзор, поэтому, кому интересно посмотреть, как выглядят гоночные машины более подробно, можете найти видеоролик на моем канале. И также можно в дополнение поставить еще одну ладу в гражданской версии, на которой, возможно, могли передвигаться гонщики к месту проведения гонок или, например, члены гоночной команды. Пишите ваши комментарии, что вы думаете
по поводу данной Avia A21F. Понравилась ли вам схема окраски? Какой вариант вы бы взяли в свою коллекцию? Первый в белом цвете или такой в синем цвете? Если вам понравился данный видеоролик, не забывайте поддержать его лайком. Вступайте в мои группы в социальных сетях ВКонтакте и Фейсбуке. Жмите на колокольчик, чтобы не пропустить уведомления о выходе новых видео на этом канале. И можете заглянуть и подписаться на мой второй канал, там тоже выкладываются видеоролики на те модели, которые я демонстрирую на этом канале. А на сегодня это все. До новых встреч. Пока.